Всем привет, ребятки! У нас сегодня один из памятных дней нашей семьи. Мы сейчас идем смотреть нашу квартиру. Все так переживали за расширение. И я вам говорила, что все в порядке, все спокойно. Вот, и сейчас идем, в общем, к главному по приемке. И не знаю, потом, наверное, пойдем в квартиру. У нас еще мы заказали приемщика. Вот, нам порекомендовали. Ладно, я вам все покажу, расскажу. Ничего. Вот такая детская площадка у нас во дворе. У нас, кстати, закрытый двор. Хотя обещали, что будет не закрытый. Но мы только рады, что он закрытый. Что, ребят, сходили мы на приемку, нашу первую. А, что сказали? В принципе, у нас не так-то много недочетов. Они такие в основном все мелкие, есть большой косяк. Его, к сожалению, исправить невозможно и придется подстраиваться под те обстоятельства, которые у нас есть. Вот. А в принципе, мы спросили у нашего приемщика, который с нами был, он до этого принимал другую квартиру и сказал, что там намного больше косяков, и они намного серьезнее. Я на самом деле переживала за стяжку полов. Она типа идет в подарок, но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, видно, так они думали. И она, в общем, немножечко неровная. Собственно, как и потолки. Вы могли заметить, на видео я снимала. Вот, а так нам сказали приезжать через 3 недели. Мы как раз собираемся после этих выходных поехать в Москву. Нам надо Феде по врачам, мне нужно по врачам, Роме по работе. И как раз мы приедем через 3 недели, и уже я думаю, что мы поедем за ключами. Такие вот планы. Мы уже приехали домой, за город, в деревню к родителям. Вот, и, в общем, приболела у меня тетя. А потом и Роме стало плохо, он сейчас с температурой лежит, и она, кстати, тоже. Вот, не знаю, подозрение, что-то вроде отравления. В общем, не знаю, в принципе, мы ели все одно и то же, но как-то так. Хочу вам показать еще вот такую книжку. Федя дарила подружка на Новый год, по-моему. И вот недавно мы ее достали, он дорос до нее. Есть такая для девочек и для мальчиков. Здесь очень такие прикольные задания. В принципе, с какими-то Федя справляется. Типа вот здесь, видите, наклейки надо было наклеить. Ну вот, пока он так раскрашивает, в принципе, как может, да. Здесь я уже раскрашивала, он тут помог подкрасить. У него есть такие интересные задания. Вот тут курочку с цыплятами приклеить, коровку, с которыми он исправляется. И плюс можно и постарше. Вообще она идет от 3-7 лет. А, ну и вот, видите, вот такие есть. Влог получился какой-то такой коротенький, и я поэтому решила в конце этого видео с вами немножечко поболтать, сказать, как у нас прошла ночка. Было очень весело, потому что у Ромы поднялась температура, и что-то мы всю ночь как-то все плохо спали, меня подташнивало, я уже думала, блин, опять токсикоз, что ли, ко мне пришел в 3-м триместре. В общем, пока что непонятно. Вот, но уже днем я себя чувствую прекрасно.
Кстати, у нас уже 29-я неделя. Вам покажу живот свой. Не знаю, конечно, он не сильно отличается каждую неделю, но по сравнению там с прошлым месяцем он, конечно, большой барабан. Ну или с тремя неделями ранее. Вот такие большие мы. Крупная зентина. В планах у нас, значит, мы хотим поехать, наверное, в понедельник или во вторник. Мне нужно сейчас записаться 1 числа к врачу, она меня ждет. И Феду мне тоже нужно записать. Как раз у нас тут есть эти 3 недели для того, чтобы пройти всех врачей, прививки поставить. И мы сюда приедем и, наверное, снова его оставим уже до рождения близнецов. И потом его заберем, когда... Точнее, они потом с мамой приедут, когда будут сами роды. После родов, может, на выписку и приедут как раз-таки. Мне снимать писарий только в середине августа. Поэтому ходим, девчонки, еще. Будет много беременных влогов. Завтра в планах съездить в Петергоф. Хочу тоже завтра снять влог, потому что там безумно красиво. И я думаю, что вам там очень понравится. Если вы еще не были, я была, когда была еще совсем крошка, по-моему, это последний раз в 2007 году. Вот, и уже здесь 10 лет живем, и ни разу не была в Петергофе. Как раз тете покажем, Роме, папу мы не был, в общем, всем табором поедем на его большой машине. Вот такую ванночку мы сегодня налили. Сейчас немножко поиграл. И все, не захотел. На самом деле, чуть-чуть как-то прохладно. Это песочница с прошлого года. Ровно с папой сами делали. Вообще, песочница на участке супер удобно. Он тут может копошиться. Вкусно. Вон у мамы ягоды. Ну да, такие еще они, конечно. Блин, вот здесь смотри, сколько ягод будет. Ага. Это что, земляник, клубник? Здесь клубника, и вон там клубника. Офигеть, кстати, там Федя уже клубнику сегодня ел. Да? Угу. Вон они, красотки, сидят. Чуть-чуть поспеть надо. Я вот так говорю. Федя дальше. А, там! Там есть, мусор ви. Спасибо всем большое за просмотр. Увидимся с вами совсем скоро в следующем влоге. Пока-пока.